Всем привет, вы на канале «Правильный выбор». В этом обзоре речь пойдет о телевизоре Toshiba 65C450KE. В описании к видео я оставлю для вас подборку ссылок на магазины с лучшими ценами. Буду рад, если вы оцените наш труд лайками и поделитесь мнением в комментариях. Для того, чтобы оставаться в курсе выхода новых роликов, включайте колокольчик и подписывайтесь на канал. Диагональ экрана 65 дюймов, разрешение 3840 на 2160. Подсветка D-LED, глубина цвета 8 бит плюс FRC, частота обновления 60 Гц. Алгоритм воспроизводит мельчайшие детали текстуры объектов с помощью процесса оптимизации входящего изображения, что повышает выразительность деталей и позволяет достигать точности, близкой к 4К. Благодаря уникальной функции масштабирования, телевизор Toshiba интеллектуально анализирует изображение кадр за кадром и максимально точно воспроизводит цвета, создавая реалистичное изображение. Вы можете наслаждаться качеством изображения 4К даже при стандартном сигнале Full HD. Реалистичная картинка с технологией 4K Ultra HD TV раскрывается с максимальным потенциалом возможностей рендеринга, чтобы все происходящее на экране выглядело реальным и живым, как будто вы попадаете на настоящее игровое поле битвы. Быстрый отклик с оптимизированной технологией управления памятью, сводящей к минимуму input lag для создания потрясающих моментов и отзывчивого игрового процесса. Технология квантовых точек позволяет телевизорам воспроизводить более 1 миллиарда оттенков цвета. Благодаря точной цветопередаче, каждый оттенок цвета делает изображение более ярким и насыщенным. Высокоточная контрастность изображения подчеркивает и увеличивает глубину цвета, чтобы показать вещи как реальные. Вы будете наслаждаться реалистичной картинкой с умопомрачительной контрастностью. Изящный, элегантный и минималистичный дизайн, проявляющийся в каждой детали, идеально впишется в ваш стиль. Элементы телевизора, выполненные из анодированного металла, придают ему великолепный внешний вид, сохраняя при этом прочную и надежную конструкцию. Размеры телевизора с подставкой 145,2 см в ширину, 89,4 см в высоту, толщина 30,7 см, вес 16,4 кг. Цвет черный. Если у вас появится желание установить телевизор на стену, то подставку можно демонтировать. Предусмотрено крепление веса 400 на 300. На задней панели расположены стандартные разъемы. Два USB, один Ethernet RJ45, три HDMI, один Optical Audio Out, две антенны. Присутствует оптический аудиовыход Optical Audio Out. С его помощью можно передавать звук с телевизора на домашний кинотеатр, достаточно подключить их друг к другу через оптический кабель. Модель поддерживает скоростной Wi-Fi. Операционная система вида U5.0. Получайте доступ к любому контенту в любом приложении, используя простой поиск на самом телевизоре. В телевизоре предусмотрено два динамика с общей выходной мощностью 20 Вт. Напоминаю, ссылки на актуальные цены вы найдете в описании к видео. Поделиться своими впечатлениями вы можете в комментариях, а чтобы поддержать канал, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал и активируйте колокольчик для уведомлений. До новых встреч!